Всем доброе утро. Сегодня 27 августа 2020 года. Время 6:30 утра, друзья. Я проснулся рано утром и решил пройтись на море. Посмотреть, как тут обстановочка. Пока шел, в общем, трактор здесь песочек разгребал. Посмотрите. Полностью проехал. Все водоросли тут подсобрал. Вот ушел я от центрального пляжа. Чуть-чуть правее. Смотрите, какая-то дресня. Друзья, посмотрите, как это каша, блин. Я почему-то изначально думал, что водоросли — это когда люди баламутят воду, и они со дна поднимаются. А на самом деле нет, смотрите. Вот время 6:30 утра. Народ вообще, блин, нет никого. Никто не купается, а здесь уже. В водорослях. При том, что в начале, там, где я заходил, там водорослей вообще нет. Вода чистая, как-то странно, непонятно. Смотрите на берегу, что творится. Такая мерзость в таком море, блин, нереально купаться. А вот здесь море уже чистое, смотрите. Буквально 50 метров прошли, и все. Ну, гляньте, друзья. Смотрите. Все. Друзья, ну вот прошел я еще чуть-чуть подальше. Вон наш отель. Наверное, километр так. Смотрите, здесь тоже море. Отстой полный. Просто каша. Вон, смотрите, волны прям зеленые. Жижа такая, дресня. А вон там уже я вижу, что море чистое. Вот оно идет грязное, и прям раз, все, пересекается чисто. В
Вот, нашел я этот кусочек между водорослями и чистой водой. Вот посмотрите налево, просто брусня, каша. А направо все, уже чистое море. Смотрите, как стеклышко.